В Курганской области подорожали продукты. Стоимость сахара в области выросла за год на 76,7%. Стоимость продовольственных товаров в Курганской области в прошлом году выросла на 8,2%. Рост оказался значительно выше, чем в позапрошлом году. Такие данные приводит Свердловскстат. Стоимость макаронных изделий и крупы выросла на 21,1%, овощей на 20,8%. Мука выросла на 19%, яйца на 17,3%. Цена на фрукты выросла на 12,5%, мороженого на 11,4%. При этом алкоголь подорожал всего на 2,8%. Цены на пшено снизились на 8%. Соответственно, стоимость блюд в общественном питании возросла на 4,1%. У вакцины «Спутник Ви» нашли новое противопоказание. Вакцину «Спутник Ви» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями. Эта информация следует из новой редакции инструкции к препарату. Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни. Напомним, что вакцина была зарегистрирована в августе прошлого года и стала первой в мире по профилактике COVID-19. В фонде образования задумались об отмене единого государственного экзамена. Вузы в 2021 году будут вводить вступительные экзамены, игнорируя ЕГЭ. Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятельность и может быть отменена в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что единый государственный экзамен в 2021 году пройдет в урезанном формате из-за пандемии COVID-19. В числе прочего решено было отменить ЕГЭ по базовой математике.